Мир полон историй, и время от времени они дают себя рассказывать. Хорош. Крутой парень. Даже признаться в любви не можешь. Чёртова резервация. Если бы она уехала со мной, все было бы иначе. Все. Размечтался. Сам-то себе веришь? Томми, ты где там застрял? Тут вообще кто-нибудь убирается? Фу, гадость! Да уж, в мужском и то чище. Похоже, у Джен кончается виски. Томми! Иниси? Что ты тут делаешь? Томми, ветер несет великие перемены. Дед, сколько можно? Ну не верю я в эту бредятину. Томми, время на исходе. Ты должен вспомнить о своих корнях. Это даст тебе сил. Силу? Для чего? Чтобы спастись. Чтобы выжить. Выжить? Иниси, ты о чем? Иди домой. Мое место здесь. Рядом с тобой. Этой ночью я буду тебе нужен. Ладно, как скажешь. Да уж, Джен запустила заведение. Скучно сегодня, а, крошка? Если бы. С вами разве соскучишься? Слушай, девка. А бусы вы всякие продаете? Моя баба за бирюзу прям удавится. Здесь бар, а не магазин. Может, у них чего другого на продажу есть? Вам это точно непосредством. Пейте, мальчики. Да, глянь, какой типчик. Шел вон, козел. Что такое, малыш? Да, ну и погодка. Томми, иди сюда. Томми, ты решил, что это верстак? Убери свои железки со стойки, я ее только что протерла. Извини, малыш. Как достала эта музыка! Сменить бы ее. Кому такое нравится? Оп. Я только зашел. Это называется индейское казино. We'll be right back.
вон даст. Пиво тащит. Заснула, что ли? Правильно, девка. Еще по одной. Жен любит тебя. Да уж, странная у нее любовь. Она Чероки. Ее сердце здесь. Увести ее отсюда все равно, что вырезать у нее часть души. Ну разве она не хочет другой, лучшей жизни? Слушай меня, Томми. Знать, кто ты, где твое место. Быть собственным народом. Я не знаю, какая жизнь может. Потому что ты не уезжал. Они вая чуют бурю. Кто? Волки чем-то встревожены. Эй, мазутная душа! Слушай, как насчет того, о чем мы говорили? Томми, не надо. Поехали со мной. Всего на недельку. Выберемся из резервации. Но почему мы не можем жить здесь? Ты же знаешь, я ненавижу эту дыру. Я как будто в клетке. Так нельзя жить. Эта дыра – мой дом. Здесь моя работа, моя семья. Ты думаешь, что спасешь меня, если увидишь отсюда? Я Чероки, Томми. И ты тоже. Ты должен гордиться этим. Слушай, я понимаю. Племя, традиции. Просто... Для меня это всегда был пустой звук. Эй, девка, еще по бутылочке. Все, мы закрываемся. Все так рано. Неправильно. Бар закрывается, вам пора. Ты, значит, попка нам вихляла. А теперь пошли вон. Раскомандовалась. Руки. Томми, ну ты что, как не родная, а? А говорят, индейцы гостеприимный народ. Пошел ты. Ах ты шлюха, ломаться еще будет. Не трожь ее. Слышь, малявка, ты что, по морде захотел? Получи, мелкие. Томми, ты с ума сошел? А если ты их убил? Может, и надо было. Еще чего не хватало? Разве нельзя было? Какого черта? Внимание! Общая тревога! Внимательно прослушайте важную информацию. Только что поступило сообщение, что несколько аналогичных объектов замечены в небе над Северной Америкой. Положение становится... Дедушка! Томми, я не могу двигаться! Я тоже! Господи, где мы?
что происходит? Что с нами будет? Я не знаю, Джен! Не бойся! Я вытащу нас отсюда! Просто дай мне минутку! Я не могу двигаться! Это еще кто такие? Я освобожу вас. Что ты делаешь? Они даруют жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Единое чье дыхание дарует жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Единое чье дыхание дарует жизнь всем мирам. Помоги нам во время испытаний. Спаси нас от зла. Джен, прекрати, я думаю! Единый, услышь меня. Если Великий Дух и существует, здесь его нет. Господи, нет! Ай, гадость! Это еще что за чертовщина? Слушай, ты в порядке? Черт, видимо, нет. Сюда! Голова болит! На себе! Может быть! Это еще что такое? Мне лучше. Они с ними делают!
Джан! Томми, спаси меня! Держись! Дедушка! О, господи! Томми, ты должен бежать. О, боже, дедушка! Держись! Я попытаюсь ее остановить. Иди, сейчас же. Томми, я буду ждать тебя в стране древних. О, боже, нет! Нет! Остановил машину на время, но нужно спешить. Охотники скоро будут здесь. Та же энергия, что и в тех спорах. О, господи! Что я сделал? Это получше, чем гаечный ключ. Чудно! Невероятная ночь. А, вот и первый звонок. Алло? Алло. Вы в прямом эфире говорите. Это Арк? Да, я действительно Арк. Тебе удалось бежать! Ну ладно, ладно, успокойся. Фу, гадость!
Ого! Господи, ну и туша! Ну и ну! Ну и мерзость! Ах, вот гады! Останови эту штуку! Джен, я найду способ вытащить тебя оттуда! Как его остановить? Эти гады свое получат, дедушка. Клянусь.
А-а-а!